Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня в меню сардельки. Да я знаю, что вы скажете, есть на канале сардельки и не одни. Но я довольно регулярно их готовлю и постоянно чуть-чуть меняю рецептуру, пытаясь нащупать тот вкус, который помню с детства. Помните у Драгунского, как там я стоял и смотрел, как он ест сардельку. Сам маленький, сарделька толще, чем его шея. Он кусал ее прям целиком, она лопалась и брызгала горячим, ароматным, пахучим соком. Вот именно такие я и пытаюсь получить. И наконец-таки, как мне кажется, выходит что-то похожее. Так что если вы, как и я, скучаете по тем сарделькам, смотрите, повторяйте, готовьте и наслаждайтесь. Итак, мне понадобится свиная грудинка, 2/3 от общего количества сырья, и относительно постный кусок свинины, 1/3 от общего объема. Это у меня труб, который испанцы называют секрета де серда. Такая плоская широкая мышца, которая находится непосредственно под кожей, вот здесь вот. Впрочем, не обязательно именно ее брать, можно взять кусок плеча или даже кусок окорока. С грудинки надо срезать шкурку. Из нее я буду готовить шварценблок, как его называют немцы. Или белковый препарат из свиной шкурки, как он называется в советских справочниках технологов пищевых производств или колбасных производств. Обычно я готовил его по упрощенной схеме, где-то за 90 минут. Но недавно пообщался на эту тему с Пахомом, это такой классный колбасник из Питера. И он мне указал на недопустимость отступления от советских ГОСТов. Я, знаете, подумал и согласился с ним. Так что закладываю свиную шкурку, зачищенную от остатков сала, в кастрюлю с кипящей водой в пропорции на 100 граммов шкурки 150 миллилитров воды. И оставляю вариться на самом слабом огне на 3 часа. Так, мясо нужно нарезать на кусочки, удобные для измельчения в мясорубке. Неудобнее резать на полоски. Что касается сырья. Я для приготовления колбасных изделий никогда не использую замороженное мясо, только охлажденку. Был у меня негативный опыт, больше повторять не хочу. Вот в таком виде отправлю в холодильник. До тех пор, пока шварценблок не приготовлю. По идее, у меня есть запасы готового, но делать так по-большому. Тот-то у меня по ускоренной технологии приготовлен. Поэтому подождем окончания приготовления шварценблока. Оставайтесь с нами. Три часа прошло, поэтому свиную шкурку надо пропустить через мясорубку. Поехали. В горячем виде. Решетка с отверстиями в 3 мм. По ГОСТу измельчение на волчке с диаметром отверстия 2-3 мм. Все измельчил. Теперь опять варка. На этот раз соотношение шкурки к воде другое. На 100 граммов шкурки всего 50 граммов воды. Она же воды-то уже себя уже набрала. Нагрев самый слабый. Если у вас газовая плита, вообще поставьте на растекатель или лучше на водяной бане даже. Время приготовления 2,5-3 часа. Подождем. Тепловая обработка шкурки завершена. Теперь измельчение в блендере до состояния эмульсии. Переложить в подходящую посуду и охлаждать в холодильнике. Храню шварценблок в холодильнике. Помните, что этот белковый субстрат – отличная просто питательная среда для бактерий, для плесени. Поэтому хранение в стерилизованной посуде лучше даже порционно. Захотелось вам очередную партию сарделек приготовить? Достали порцайку? Приготовили, а все остальное нераспечатанное хранится. Продолжу приготовление сарделек уже завтра, потому что процесс длительный достаточно, а солнце уже может уйти. Оставайтесь с нами. И вот только теперь, собственно, и начинается процесс приготовления сарделек. Все, что было до этого, это так, фантики. Я имею в виду, что когда покупаю свинину, то я шкурку срезаю и забрасываю ее на хранение в холодильник. И готовлю шварценблок тогда, когда появляется время.
Теперь у меня хранится в готовом виде в холодильнике. Захотелось сарделек, иду в магазин за мясом. Готовлю сардельки, а не швартенблок. Для чего закупленное мясо охлаждаю до температуры минус один, там плюс один, плюс два, плюс три максимум градуса. И пропускаю через мясорубку на самой мелкой решетке. У меня это 3 миллиметра. Добавляю соль обычную поваренную, соль нитритную, сахар. Добавляю пряности, черный перец, кориандр и чеснок. Пряности надо предварительно растереть в ступке, ну или измельчить в блендере. Я воспользуюсь ступкой. Можно было бы еще более мелко, но так как я потом все еще буду в комбайне измельчать, я думаю, этого хватит. И самый, наверное, важный ингредиент для того, чтобы сардельки не были бракованными в результате и были сочными, это фосфаты. Из расчета 2 грамма на килограмм сырья. Тут у многих наверняка всплывет призрак учительницы химии, и детские страхи заполнят сознание. Как же? Фосфаты – это же химия! Химию в домашнюю колбасу! Мне повезло, у меня была на редкость приятная учительница химии, поэтому слово «фосфаты» и «химия» вообще меня не пугает. В мясе уже есть фосфаты. К сожалению, в течение 4 часов после забоя их количество стремительно падает, они разлагаются. И добавляя их в фарш, я всего лишь поднимаю концентрацию до необходимой мне. Смотрите, в свинине и так есть приблизительно 18%, да плюс я еще добавил. Так что сейчас в ней примерно там 38%. Для сравнения, содержание фосфатов в сыре, в фасоле, в гречке, в семге. Да, переедание фосфатов вредно, но каждый несъеденный миллиграмм фосфатов в сардельках вы получите, съедая фасоль, молоко, сливки, гречку, сыр тот же самый. Короче, сейчас я начну делать эмульсию. Соль и фосфаты уже смешал с фаршем, так что теперь надо добавить лед и частями измельчать в блендере. Ну, частями, потому что мощность моего блендера, ну или вот этого комбайна, все-таки недостаточно. По справочнику Рогова, в сардельке лед добавляется в количестве 25-30% от веса мясного сырья. Я кладу по верхнему пределу, потому что для своего мяса подобрал оптимальное количество фосфатов. А для чего они вообще нужны, спросите вы? Фосфаты увеличивают влагоудерживающую способность мяса. Если их недостаточно, то как бы вы за температурой не следили, существует очень высокая вероятность получения брака, так называемого бульонного отека. Согласитесь, обидно убить день, ну ладно, полдня на сардельке, а после чего получить такие сухие колбаски, плавающие в бульончике, который образовался под оболочкой. Ну правда? Смотрите, как выглядит готовая эмульсия. Она очень липкая, ну какая, похожа на такое густоватое тесто для оладьев. И в таком духе, частями с обязательным контролем температуры, эмульсия не должна нагреться выше 12 градусов, я перерабатываю весь фарш. Однако у меня же есть еще и швартенблок, поэтому в одной из партий давайте-ка я разберусь с ним. Добавляю его, кладу лед, ну, совсем небольшое количество фарша и также до состояния эмульсии. Отлично. И сейчас можно еще немного фарша добавить. И опять измельчение. После того, как весь фарш и швартенблок будут переведены в эмульсию, надо еще раз все хорошенько смешать. Ну, для полной однородности эмульсии. На производстве все это делается в хуторе, но у меня домашние условия, поэтому приходится то и дело из чаши в чашу перекладывать. Если во время приготовления эмульсии вы заметили, что температура ваша поползла вверх, приближается к 10 градусам, не дай бог к 12, лучше приостановитесь.
уберите ее в морозилочку, охладите до 0, ну плюс 2, ну плюс 4, и после этого продолжите. Ну, согласитесь, обидно, если вы будете готовить, набивать чего-то, а на выходе получится, ну, не сочные сардельки. Эмульсия смешана, шприц заполнен, черева свиная отмокает здесь, наверное, уже больше часа точно. Можно приступать к набивке? Да. Обзор этого китайского агрегата на канале уже есть. Если кому-то интересно, если кто-то пропустил, то щелкайте уголочек и смотрите. Чтобы легче натягивалось, можно смазать маслом штока. Можно просто пузыречек воды небольшой здесь держать, тогда он легко идет все. Выдавливаю из цевки воздух до появления фарша. Вот так вот. Завязываю узелок. И набиваю сардельки. На данном этапе совсем не плотно. Плотность я буду создавать на этапе перекручивания. Вуаля! Готово! Вот такие длиннющие сардельки. Давайте превратим их в нечто более удобное для поедания. Вот, наверное, такого размерчика будет достаточно. Пережимаю, как видите, и поехали. Вот вам парочка. Это в эту сторону. А это пережимаю. Это в эту сторону. И в таком духе расправляюсь со всеми остальными. Видите, много пузырьков, поэтому придется в этих местах аккуратненько прокалывать и выпускать воздух. Теперь мне предстоят 4 этапа тепловой обработки. Первый этап – обжарка, она же сушка. Делается либо в духовке, либо в жарочном шкафу. Я буду делать это в коптильне без дыма. На первом этапе температура атмосферы воздуха в жарочной камере 90-100 градусов. И держим мы так до покраснения, до приобретения оболочкой приятного цвета и до температуры внутри каждого батончика минимум 55 градусов. Второй этап. Температура опускается немного, и мы даем дым. Дым выдерживаем до той степени, пока цвет у наших батончиков не станет уже вот полностью окончательный такой, какой вам нравится. И третий этап можно делать в той же самой коптильне, можно делать в духовке, можно в кастрюле с водой. Я, наверное, так и буду делать. Это быстрее всего. При температуре 80 градусов окружающая среда до достижения в центре батона 69-71. И после чего последний этап – очень быстрое охлаждение до температуры хранения, то есть до 0 до плюс 4. Очень быстрое – это погружение в воду со льдом. Начинаем. Угли я уже раскочегарил в стартере. Ну, вернее сказать, мои операторы раскочегарили. Так что процесс, можно сказать, пошел. Так, колечки сюда. Устанавливаю среднюю часть. Устанавливаю чашу для осечки жара. В ней вода. Вот так вот. Так. Теперь опору для сарделек и сардельки надо подвесить. Эту сюда. Эту сюда. Так, контроль температуры – штука очень важная, поэтому я для уверенности воспользуюсь сразу тремя. Один загоню сюда. Он у меня будет контролировать воздух здесь. Второй. Вот такой. Вот это веберовский. Тоже рядышком. Вот так вот. И вот этот многострадальный китайский загоню в сардельку. Вот так. Накрываю крышкой.
Сейчас по вот этому термометру и по веберовскому настрою температуру, открывая-закрывая поддувало, чтобы внутри сейчас было 90-100 градусов, и буду дожидаться, когда температура внутри сардельки достигнет 55, после чего начну коптить. Нет, конечно, этап копчения совершенно не обязательный. Если вы не хотите привкуса копченых сарделек, вы, конечно, немножко потеряете во внешнем виде, но зато выиграете в простоте. Вы можете отправить ваши сардельки обжариваться в духовом шкафу вообще от начала до конца. Также поэтапно поддерживать температуру. Сначала 90-100, чтобы подсушить поверхность и добиться цвета до достижения 55 внутри. Потом понижаете до 80 градусов температуру и добавляете пар в духовку. Ну, кипяток напротив вниз отправьте. И дожидаетесь, когда температура в центре каждой сардельки достигнет 69-71 градуса. После чего охлаждение в ледяной воде. Оставайтесь с нами. Не прошло и полгода, как температура достигла заданных 55, и на данном этапе можно начинать добавлять щепу для копчения. Благо, в этом агрегате достаточно просто делается. Я добавлю щепы пекана. Это у меня из-за кормов веберовских осталось еще. Много не нужно. Наверное, вот такой вот щепотки хватит. Все, процесс копчения пошел. Я не люблю сильно копченых сарделек. Мне нужно, чтобы они немножко-немножко приобрели такой легкий цвет. После чего я буду их варить в воде. Очередной перерыв. Оставайтесь с нами. Ну и хватит, пожалуй. Давайте смотреть, что у меня получилось. Вот эти вот светлые пятна – это те места, которыми сардельки касались своих соседок. В принципе, можно было, конечно, сардельки эти разворачивать, поворачивать другой стороной, чтобы цвет был равномерный. Но меня неравномерность цвета абсолютно не волнует. Поэтому слегка я их подрумянил, слегка придал аромат дыма. И этого вполне достаточно. И видите, дыма сейчас уже почти нет, это потому что щепа прогорела. Так, доваривать до нужной мне температуры я буду уже в воде дома. Так что пойдем туда. Вода в гастроемкости уже догрета до 80 градусов. Можно загружать сардельки. Все их сюда переложить аккуратненько. Обязательно стараться не утопить термометр. А чтобы они не всплывали, накрою все тарелочками. Можно было бы, конечно, варить и просто на плите. Но у меня, во-первых, кастрюли такого размера нет. Да, к тому же на плите температуру нужно подбирать. Минут 20, наверное, от дела убьешь. Так, чтобы она выше 80 не поднималась. А здесь этим занимается SuitStick. Если кому-то интересно, я распаковку этого агрегата уже снимал. Ищите в плейлисте Skills & Tools. Как только температура достигнет внутри сардельки 69-70, ну, 70-71, я тут же переложу их в кастрюльку со льдом, чтобы они остыли. Ну и одновременно разрежу и покажу вам пробу. Поэтому встречаемся с вами уже во время пробы сарделек. Оставайтесь с нами, осталось самое интересное. Ну и вот он, долгожданный момент. Я так тороплюсь вам показать, что получилось, что даже не успел переложить в емкость со льдом. Давайте вскроем. Смотрите. Вы видите это чудо? Она сочная, она вся блестит на срезе. И под шкуркой бульончика нет. Это как раз таки потому, что я использовал фосфаты. Нельзя бездумно их добавлять. Я подобрал необходимое количество к своему мясу, наверное, только на третий раз, на третье использование. Потому что в зависимости от качества мяса, их, может быть, вообще не нужно, если у вас мясо парное или с большим содержанием фосфатов, которые не успели разложиться. А может быть и до там, 3 граммов
на килограмм, то есть до 0,3% получается. Вот, поэтому я рекомендую вам начать со среднего. Если вы там приготовили один раз сардельки или вареную колбасу, и она у вас получилась не сочная, получился бульонный отек, положите 2 грамма на килограмм и готовьте. Так, что же касается вкуса. Это фантастика. Это просто фантастика. Она сочная, она яркая, с легкими-легкими классическими ароматами сарделек. Ой, просто какое-то чудо. Сейчас я их остужу в ледяной воде, после чего отправлю в холодильник. Предполагаю, что их можно, наверное, заморозить и хранить в замороженном виде, а по мере необходимости медленно размораживать есть. Но вот это количество, которое у меня получилось, а здесь получилось у меня чуть меньше 3 килограммов, съестся дня за 3. Поэтому таких проблем, как а сколько их хранить, а где их хранить, у меня нет. Огромное спасибо спонсору Самури за предоставленные ножи и за спонсорскую поддержку. Вам спасибо, что вы смотрите, что лайкаете, дизлайкаете, что вы активны на канале. Я очень надеюсь, что ролики кулинарной пропаганды помогают вам придумать какие-то свои рецепты, творить на кухне и чувствовать себя творцом. Всем пока!